Я готов выслушать ваш доклад по тем вопросам, которые вы обозначили мне в своей записке по основным направлениям прокуратуры, но по тем вопросам, которые нуждаются в моей реакции. Как и в прошлом году, я поручил главе администрации, надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, руководителю аппарата, подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях, они тоже есть, они известны, а на теми вопросами, над которыми нам предстоит работать. Предупреждаю всех, кто у меня бывает из силовых структур, чтобы кратко доложили мне вопросы, которые касаются президента, согласования с ним и так далее. А какой срок, товарищ президент? Это вы определите с главой администрации. Есть. Итоги, два слова и проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решения коллегиально.